Друзья, в продаже у нас появилась Mazda 3 2011 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, 105 лошадиных сил. На автомате, на переднем приводе. Машина в хорошем состоянии, как технически, так и косметически. Имеются противотуманки, литые диски. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрегулировка зеркал, мультируль. Мультимедиа на андроиде с множеством функций подогрева передних кресел, кондиционер, тканевый салон в хорошем состоянии. Сзади электростеклоподъемники, 3 места с подлокотником. Автомобиль в очень хорошем состоянии, на автомате, 2011 год.